Вітаю, друзі. Ми продовжуємо інформаційний марафон «Непереможний вітер», де говоримо з нашими земляками про те, як Україна бореться за перемогу у війні з Росією. І сьогодні ми спілкуємось з нашою землячкою, кропивничанкою Вікторією Тельновою, яка зараз проживає в Сполучених Штатах Америки у місті Вашингтон. Вікторія, вітаю. Здравствуйте. Дякую, що приєдналась до нас. Одразу таке особисте питання для тебе. Ось ці події, які відбуваються зараз, вони розпочались ще у 2014 році, так? Наскільки я знаю, для тебе це особиста історія. Розкажи, будь ласка, трішки про свою сім'ю. Получается, мой отец, он был бизнесменом, не военным, совершенно не относящимся к этим темам, но когда он узнал, что забрали Крым, ему стало жутко обидно за этот момент, потому что это наша земля, и мы должны ее защищать, и это ценность. И он пошел волонтером. Мой отец уже был в возрасте, его даже брать не хотели, но он все равно пошел добровольцем, его взяли, он как-то нашел вариант, его взяли, он пошел воевать. Вот. Я в этот момент работала в Турции аниматором, и я помню, я была в полном шоке. Я говорю: «Мам, как ты его отпустила?» И его было уже не остановить. Он ходил туда, мой отец погиб 15 февраля 2015 года, в момент минских переговоров, кстати. Ну, точнее, как они заключили минские переговоры, и на следующий день их подставили и обстреляли все равно. Вот. Поэтому, да, для меня это уже длинная история. Довга і особиста. Вік, а як, ну, що відбувалося в твоєму житті, коли розпочалася ось ця гостра фаза війни 24 лютого 22 року? Де перебуваєш ти, де твоя сім'я, близькі? Получається так, я живу в Вашингтоні, ДІСІ. Вот. И у нас, мы узнали об этом как бы 23 февраля, где-то в 10 вечера, потому что у нас разница во времени. У нас 7 часов назад. Вот. У моего мужа был день рождения, и мы отмечали, а потом начали в телефоне приходить сообщения про то, что взрывы. Происходят взрывы в Киеве. Друзья начали писать. Понятное дело, что празднование закончилось, и через пару часов мы уже все стояли возле русского посольства. Это был час ночи, 24 февраля. Я не знаю, почему мы решили ехать к русскому посольству, почему решили все организовать именно там ночью, но мы поняли, мы все равно не будем спать эту ночь, поэтому лучше уже, ну, хоть быть среди своих, чем оставаться дома и просто обновлять новости. Это был такой шок. Я так розумію, що діаспора українська у Вашингтоні, вона, тобто, одразу з перших годин війни почала активно діяти якось. Розкажи, будь ласка, що загалом за ось цей місяць зроблено українцями в Америці, в Вашингтоні, зокрема? Кстати, був такий один момент, що ми стояли на мітингу ще 20 февраля, просто в честь Небесної Сотні ми виходили, просто підтримати пам'ять. Вот. И да, у нас очень классная диаспора. Тут я очень счастлива в окружении каких людей я нахожусь, потому что у нас есть организаторы, которые организуют митинги под Белым домом. Митинги практически каждый день, каждый может прийти под Белый дом постоять. Я хожу на выходных в основном на пару часов. У нас есть церковь украинская, которая сейчас в данный момент организовывает сбор гуманитарной помощи. Они пишут лист, что им нужно. В данный момент больше всего мы отправляем медикаментов. Мы тоже привозили свой донейшн, но также мы помогали паковать. Там некоторые девочки себе спину надрывают, потому что когда попривозят, ты должен все рассортировать, все проверить, записать, сколько единиц. Например, ибупрофен там ты собираешь коробку, пластыри ты собираешь другую коробку. Вот. Церковь также организовала базар по воскресеньям. Каждый приносит хоть пирожки, хоть чай, хоть какие-то вышиванки. И все деньги, которые там продаются, они идут на донейшн. Вот. Я помню, в первое воскресенье за полтора часа церковь собрала 13500 долларов. 13 тысяч, да. Люди приходили просто со словами: «Я хочу потратить деньги, дайте мне что-то еще, дайте мне что-то еще». Вот, у меня тут этот, я себе печатаю постоянно донейшн, у меня тут этот, для одноклассника собираю деньги, еще для ребят с Карпенко-Карова, вот. Поэтому, в принципе, когда я сейчас не на работе, мы только ищем варианты, как волонтерить, как помочь, и... Но тут все очень сгруппировались. Як загалом реагують на ці події там жителі вашого міста, американці? Я могу сказать, что все люди разные, ну, тут
Разное количество, наверное, потому что это DC, тут очень много образованных людей, и я работаю бартендером в одном ресторане, и у меня очень много регулярных клиентов, кто адвокаты, экономисты, которые очень образованные люди, они все очень сочувствуют Украине, они мне даже флаг на работу принесли, они все stand by Ukraine, они все очень, ну, глубоко переживают, но я также знаю, например, и девушек, которым там по 23-24 года, они работают вот в Пентагоне, но они такие, что происходит, я особо не вникала. И меня, конечно же, это злит, этот момент, вот, но я могу сказать, что все образованные люди на стороне Украины. І всі переживають. До речі, зважаючи на те, що ваша діаспора дуже активна, можливо, є якісь випадки, коли ви досягали чогось, там, наприклад, не знаю, під час мітингу висували якісь вимоги до своїх представників влади на підтримку України, і це потім мало якийсь ефект. Тому що наскільки, ну, для нас демократія в Америці, вона, ну, дуже показова, тому що в принципі, якщо населення висуває якісь вимоги до влади, вони, як мінімум, мають бути почутими, має бути на них якась реакція. Ну, ми з першого дня кричали під Білим домом про Swift, тому що вони обіцяли вначале, вони ж не відмінили теж. Я не думаю, що це від того, що ми кричали, щось помінялося, але ми робили це більше для преси, щоб знімали, тому що американські канали теж знімають. Вот. И да, в основном я просила всех знакомых, и везде писала, чтобы люди из США, которые, у которых гражданство, чтобы они писали своим конгрессменам. Потому что ты не можешь как бы напрямую стучать до президента, ты должен вначале написать конгрессмену, чтобы они писали со своим недовольством. Да, и если будет много человек недовольны, у них есть сила что-то поменять. Вот. Но я не знаю, я не думаю, что наш митинг повлиял на что-то конкретное, потому что мы кричали то же самое там «Protect the sky», которая никак не протект, то же самое санкции, Байден стой с Украиной, к Байдену отдельные вопросы, понятное дело. Я пыталась дозвониться до конгрессмена тут, три раза меня игнорили, пока я не оставила плохое сообщение, они позвонили, они сказали, да, конечно, наш конгрессмен стоит с закрытием небом, да, конечно, там вот, но сложно достучаться, и когда ты обычный человек, вот, все равно до таких верхов. До речі, що стосується біженців? Чи багато у вас українців з'явилося після 24 лютого ті, які знайшли прихисток в Америці? У нас поки не відчувається, у нас приїжджають тільки люди, у кого відкрита віза в основному. США дуже складна в плані імміграції, і мені здається, вона робить менше всього з всіх країн, якщо Канада робить упрощення, Європа дає гроші. США, вот Байден недавно сказал, мы дадим 100 тысяч мест. Но кто их будет читать и как? Я знаю, у меня друзья им отказывали в визе. Mm-hmm. Недавно вот они проходили 25 марта. Они еще подавались на медикал, потому что у них у ребенка ситуация такая, что им нужно продолжать лечение. А им спросили, почему вы не в Германию поедете? Mm-hmm. Вначале ходили слухи про humanitarian peril, про то, что люди смогут приезжать, ну, как беженцы. Но США задают вопрос, а почему вы в Польше не останетесь? А почему вы в Германию? В общем, тут, наверное, зависит, на какого человека ты попадешь. Но я знаю, что тут приезжали пару семей, и вот волонтеры готовы отдать все, там, предоставить им и мебель, и помочь со съемом, и постоянно, ну, волонтеры у нас хорошие, а вот иммиграционная система не очень тут. Вот. Ну, ми знаємо про це, тому що в Америці це давня історія, так, з іншими країнами пов'язана. Вік, а що стосується особисто тебе, твоїх рідних тут у Кропивницькому, чи пропонувала ти їм приїхати до тебе на цей час, і взагалі, які у них настрої? Так, да, звісно, я предлагала, у мене мама, і я говорю, давай, приїжджай, давай, я придумаю, як, я внесу мозк всім, тільки доб'юсь для тебе візи, приїжджай. Но проблема в тому, що на границі зараз стоять сутки, і у мами два кота, яких ми не бросимо, які будуть кілограм 15 в місті, наверное, вот. І в даний момент це дуже складно зробити, і мама не хоче, якщо чесно, мама хоче волонтерити. Тому це така у нас міні-війна, я їй вже говорю, я зараз приїду додому тоді. Вот, но она говорит, я буду плести сетки, я впущу вот людей переночевать у нас, я вот кота второго она забрала у людей, которые уезжали с Харькова.
Вот, теперь у нас еще один кот. Поэтому это сложно, но я бы, конечно, хотела ее забрать, потому что тут мне было бы спокойнее на душе. Но я очень рада, знаете, мы всегда смеялись, что с Кировограда можно только уехать, а теперь я просто рада, что мы живем в Кировограде, и что у нас такой замечательный город, который пока что не разбомблен, потому что в Киеве сейчас было бы туго. Це правда, тому що дійсно, от, знаєте, така історія, що зараз з України можна виїхати набагато легше, ніж раніше, ну, жінкам і дітям, але вже ніхто не хоче їхати, всі хочуть захищати тут країну, допомагати їй, як ми можемо. Вік, я дякую за те, що ви робите у себе вдома в Америці, не забувайте про нас, і я думаю, що спільними зусиллями ми цю перемогу наблизимо просто максимально. Дякую вам. Я дуже дякую. Спасибо, Анна. Всього доброго. Глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з Вікторією Тильновою, кропивничанкою, яка проживає в США. І залишайтесь з нами, ми продовжуємо вам розповідати історії про наших земляків, які допомагають нам усім спільно здобути нашу перемогу.